Ребятушки, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребят, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем любимые треки на любимых исполнителей. Ребятушки, мне в комментариях посоветовали послушать группу корейскую Blackpink. Для меня это новая группа, ребятки. Я ее ни разу не видела, не слышала, ребята. Вот открываю с вами вместе. Песня называется «Ду-ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду». Поехали, друзья! Начало интересное, интригующее, можно сказать. Девочки какие, стройняшечки, симпатичненькие. Какое-то у них вот место, я даже не пойму, на что похоже. Как будто какое-то, знаете, вот я могу сказать, какая-то пещера, оборудованная камнем. Вот понимаете, как-то красиво, да, смотрите, вот, интересно. Давайте смотрим, ребятки. Ребят, перевод есть. Ну что, ребятки, скажу. Тоже радужно. Цвета красивые. Розовые. Она как будто на пьедестале, ребятки. Как будто она какая-то королева. А тут шахматы кругом, видите? Она королева, наверное, вот именно в этой игре. В шахматах. Понимаете, друзья? Видите? А это ее вассалы. Давайте дальше, ребятки. Ребятки, хочу немножко прочитать, вот о чем песня, я тоже не знаю. Так, доброе личико, а поведение совсем не такое. Двойная личность прячется под стройной фигуркой. Вполне возможно, ребятки. А непреклонно идет вперед и не пересаживай насчет того, что скажут другие. Когда ты говоришь черное, мы добавляем розовое. Мы милые дикарки. Видите? Дикарки они, ребятки. Видите, уже третья пошла. Дикарочка. Ребят, ну клип красивый, да? Красиво, как они одеты, как у них одежда красивая, дорогая. Модельер поработал, ребятки, поработал. Do
такие девочки красавицы, и знаете, и танцуют хорошо, и двигаются. Ребятки, мне вот интересно, вот вы мне скажите, у нас вот есть девочки такие же, вот в нашей вот шоу-индустрии, да, вот такая группа, вот такая легкая, ну вот действительно легкая, красивая. Я, может, не слышала, да, но я хочу послушать. Вот что-то типа этого. Ну вот легкость какая-то. Скажите, пожалуйста, ребятки, а? Ну мне вот нравятся эти группы, нравятся. Как-то ни злости нет, да, и танцуют красиво, и музыка красивая, и цвета красивые, и клип красивый. Посоветуйте, что это наше, российское. Я хочу послушать, ребятки. Что-то типа вот этого. Ребятки, очень понравилось. Очень молодцы девочки. Великолепно все сделали. И музыка, и песни, и двигаются, и танцы. Все на позитиве. Ну, о чем песня, я вам сказала. Я прочитала же вначале. Что-то девочки с виду хорошенькие такие, ласковые такие, кисонькие. А внутри у них стержень. Одна себя чувствует королевой шахмат, другая по-другому. У каждого своя роль, ребятки. Мне очень понравилось, ребятки. Еще будем слушать, ребятки, фанаты корейских групп. Welcome. Пока, друзья.